убегают от того, что Аллах рассказал нам сам о себе. Потому что Аллах говорит нам, что после того, как Он создал небеса и землю за 6 дней, затем Он возвысился над Своим троном. Так вы верите, что Аллах возвысился над Своим троном? Они скажут, это означает, что Он овладел троном. Он захватил трон. То есть это значит, по-вашему, что он был ему неподконтрольный до создания небес и земли за 6 дней? Не был? Также другой аят из суры «Власть». Неужели вы уверены, что тот, кто на небе... И здесь примечание. На небе не означает, что он окружен 7 слоями небес или одним из слоев небес. Нет, нет. Он на небе, это означает, что он над ними. Он превыше их. Он возвышен над всем. Это и есть смысл слов. «Ин ас-самаа». Также эти люди говорят. Нет, это его величие на небесах. Что? Это что значит? Что нет Господа над троном, как он упоминает об этом неоднократно в Коране? То есть эти люди отрицают Коран. Что за утверждение они используют? Они скажут тебе, Аллах был до создания места, и Он остался таким же, каким был до создания места.